выставка для нас, конечно, особенная, потому что мы ее приурочили к выходу первой публикации Воссоединенного архива Харчева, который в 2011 году был передан из Амстердама в Аргали, в Россию, и здесь воссоединился. 5 лет примерно готовилась эта публикация ведущими исследователями российского авангарда, и будет издано 3 тома. Сегодня мы презентуем издание 1-го тома, 1-го из этой серии, и иллюстрируем это издание такой вот выставкой. Я вас всех поздравляю и очень рад за всех вас и за всех нас. Это действительно очень серьезное и важное культурное событие. Спасибо вам большое.